представители крупных компаний, фирм, органов власти и общественных организаций. Всего 786 человек. Такой внушительный членский список у ассоциации выпускников САФУ, организованный 3 года назад. Вступить в нашу ассоциацию очень легко. Если вы заканчивали то учебное заведение, которое вошло в состав САФУ или уже заканчивали САФУ, вы имеете право написать заявление и сказать: «Я хочу быть членом ассоциации выпускников». На вступление в ассоциацию мотивирует не только ностальгия по студенческой юности, но и желание плодотворно сотрудничать. Актив выпускников регулярно проводит встречи со студентами, участвует в организации конференций, круглых столов, экологических акций, субботников и турслетов. Общаемся, обмениваемся мнением, опытом, соревнуемся. Достаточно встречи проходит интересно. Усваиваем фестивали авторской песни. С каждым годом таких активных членов ассоциации становится больше. Полным составом в стенах «Альма-Матер» выпускники собираются раз в год, когда правление ассоциации предоставляет отчет о проделанной работе и награждает наиболее активных. Я очень рад, что сегодняшнее мероприятие посвящено именно чествованию и подведению итогов наших взаимоотношений с работодателями, потому что в конечном итоге оценкой нашего труда занимаются работодатели. Мы вам очень благодарны за то, что вы принимаете участие в профориентационных мероприятиях. Мы вам очень благодарны за то, что вы берете на практику наших студентов. Круг деятельности ассоциации достаточно широк. Это поддержание имиджа, развитие и укрепление традиций университета, поддержка талантливых студентов, аспирантов и преподавателей вуза, а также содействие развитию прочных связей между наукой и бизнесом в регионе. У нас с вами университет имеет очень хорошую научную базу. Предприятия, ЦБК, судоремонтные, скажем, лесодерабатывающие комбинаты, предприятия имеют проблемы, которые можно решать вместе с нашими учеными, вместе с нашими аспирантами. Участие выпускников в деятельности университета открывает дополнительные возможности для развития науки, подготовки студентов и их трудоустройства. А заявки на вступление в ассоциацию, которые поступают ежедневно, возможно, станут очередной ступенью ее развития. Таисия Машкова, Петр Меньшиков, Дмитрий Коротов, медиа-центр САФУ «Арктический мост».